Вот, сегодня у меня получается показать вам, как происходит вылуп не с самого начала. Вот видите, внизу видно клювик, вот он, вот здесь. Вот, таким клювиком он пробивает тихонечко вокруг, потом снимает крышечку. Вот. Но сейчас он уже пробил больше половины, поэтому сейчас он, скорее всего, пробивать, может быть, дальше и не будет, а просто начнет лапками отталкиваться, расталкиваться, все это раздавливать. Вот видите, да, он отталкиваться начал, он пробил уже больше половины. Это мне показалось, потому что я не видел. Ну и яйцо стараемся не вращать, поэтому я не увидел то, что он там разбил. Вот. Вот. Вот так вот. Видите, он завернутый весь, то есть его как бы ему надо выйти для того, чтобы развернуться. Вот. Параллельно еще покажу сразу. Вот дальнее яйцо, видите, третье. Вот этого малыша. Вот он тоже пробивает прямо при мне. Скорлупки трещат, скорлупки расходятся. Вот. Вот видите, вращается, затрачивает много сил. Но вот в любом случае вылазит отсюда. Вот. Каждый раз при открытии я смачиваю обязательно им, особенно оболочку, которая у них. Вот видите, голову вытащил, смог. Все, теперь осталось вылезти по полной. И все, и у нас останется скорлупка отдельно, гусенок отдельно. Но вот сегодня у нас 30-й день. Вот, на 30-й день они вот так вот потихоньку вылазят. Сделаю чуть подальше, потому что тут еще один слева тоже скорлупку пробивает. Вот, в инкубаторе видите остатки скорлупы и так далее, но это все убирается потом уже, то есть сразу это не убрать. Кто-то делает выводной инкубатор, зачищает все сразу и так далее. Вот. И вот мы видим, вот как вчера он примерно так же вылез из яйца. Вот видите, со стороны тупого конца яйца вылазит. Вот, потихоньку, потихоньку тратит свои силы, тратит, пробивает себе дорогу в светлое будущее. Вот. Надо же оттолкнуться. Кто-то пытается помочь, но я в таких случаях уже не помогаю. То есть он уже все, он уже у нас вылез, так скажем. Крышечку открыл, значит уже все, уже вылуп, так скажем, произошел. Вот. Просто проходит немного времени, и он вылазит. Вот. Сегодня читал комментарии тоже на других видео, якобы там кто-то говорит, там не открывать и так далее. Всегда открываем, всегда это все делаем, никаких сложностей не возникает с этим. То есть все нормально. Главное просто в этом случае смачивать обязательно. Даже написано в режимах инкубации, в интернете написано то, что нужно каждый раз опрыскивать и смачивать при выемке гусят. Видите, чуть-чуть продолбили, и все, и отдыхают. Снова чуть-чуть продолбили, отдыхают. Вот. Кстати, еще есть один момент в плане того, что температура у нас сбавляется. Сбавляется в связи с чем? Когда у нас тут был полный инкубатор, от каждого яйца тоже шло тепло, то есть температура, в принципе, держалась равномерная. Сейчас, так как у нас уже яиц мало стало, то у нас температура, естественно, чуть пониже. Несмотря на то, что терморегулятор мы не вращаем, никакую температуру не изменяем. Вот. Вот у нас получается. Еще вот пятеро тут продалбливаются потихоньку. Вот еще один товарищ тоже там слева продалбливается. Вот. Вот так вот ему тяжело это все делать. Но он справится, я знаю. По
потихоньку, помаленьку он все это сделает. Из-за чего рекомендуется смачивать, чтобы вот эта вот мембрана, которую вы видите, чтобы, во-первых, она не присохла к гусенку, ну, или, так скажем, к малышу, который вылупляется. Ну и плюс ко всему она становится все равно, когда она влажная, она становится мягче, вылупляться в разы легче. Вот они вот так вот пищат, потому что они хотят уже скорее выйти. Надо потратить много сил для того, чтобы вылупиться. Вот он, видите, пытался, у него что-то не получается. Вот он, видите, в этих, на всех желудочных остатках. Вот. Ну, это все со временем обсыхает, все это убирается. Что-то останется в инкубаторе. Инкубатор, естественно, помоем, обработаем и будем делать новую закладку. Вот еще один из моментов, то, что он вот так вот шевелится, толкает яйца другие. Когда он толкает, задевает, он, в других яйцах появляется активность. То есть их пихнули, что-то им неудобно, они начинают тоже толкаться. И вот таким образом у них, по сути, происходит дружное вылупление. Вот я прямо вижу, которые долбят. Вот этот вот тоже товарищ продалбливается тихонечко. Вот так вот. Вот он. По миллиметру, по два все равно потихоньку вылазит. Ну, справляется с этой задачей. Эта задача уже попроще, чем проламывать скорлупу, пробивать ее. Вот. Так и не понял, где у нас что лопнуло, какая скорлупа в каком яйце. Но треск однозначно был. Вот. Ну, так как сегодня 30-й день, завтра будет 31-й день, то есть завтра мы уже будем проверять, кому нужно помочь, кому не нужно помогать, кому-то может поможем скорлупу убрать. То есть скорлупу убираем, мембрану оставляем. Мембрана будет с разрывом, то есть, соответственно, они уже мембрану смогут попроще поднять. Но единственный момент, если мы убираем скорлупу, мембрана сохнет в разы быстрее. И пробить ее, порвать уже будет сложнее. Вот это следующий, наверное, третье яйцо. Это будет следующее, я так думаю. Потому что он уже пошел в круг проламывать. Вот. Ну, полное видео, как он вылезет, я, наверное, снять не смогу, потому что, во-первых, заветриваться будет яйцо. Во-вторых, долго их охлаждать тоже тут не надо. Пусть лучше у них будет теплая температура. Сейчас еще раз смочу все яйца. Ну и оставим их. Для того, чтобы они вылазили. Вот такой вот он, младенец у нас новенький опять.